Основная цель учения – отработка действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и эвакуации людей. По сценарию, пожар начался в рабочем помещении на главной трибуне. Огонь распространился, произошло задымление лестничной клетки, создалась угроза людям на расположенных выше этажах. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание и эвакуировали условно пострадавших. Объект несложный, объект современный, построен недавно. Все средства обеспечения безопасности проверялись, находятся в работоспособном состоянии. Поэтому мы после проведенных учений можем сделать вывод, что объект готов и безопасности зрителей ничего не угрожает. Непосредственно на трассе «Формулы-1» безопасность обеспечивают 176 человек и 19 единиц техники. Пожарные спасатели работают по трем направлениям. Это пешие посты, подразделения на автоцистернах, а также группы вмешательства. В их задачу входит оперативное реагирование на пожары, уборка аварийных автомобилей, запчастей и различных горюче-смазочных материалов.